Находка дня. Абсолютный лидер продаж, выбор наших новых и постоянных покупателей. Специально сегодня для вас подготовили лучшее предложение, хитовое предложение. Это обогреватель настенной картины. Помните? Всякий раз, когда картина появляется в прямом эфире, она согревает не только своей красотой, но и теплом. И очень много звонков, очень много продаж. Сегодня, я представляю, что будет, сегодня действует лучшая цена, горящая цена. Оля, и горящее время, вот самое актуальное время для этого предложения. Ведь это не только красивая картина и украшение для вашего дома, это настенный обогреватель вместе с прекраснейшей эстетикой. У нас с вами еще и выбор абсолютно разных по настроению из 11 вариантов расцветок. Давайте мы знакомиться с каждой будем. Каждый посмотрит, кто-то в коридор повесит, кто-то в спальню, кто-то в гостиную, в детскую комнату, на дачу. Вариаций огромное количество. Ангел-хранитель на вашем экране. Такая очень композиция спокойная. Я думаю, для спальни она отлично подойдет. Если вы любители путешествовать, тогда вместе поехали в город. И вот здесь у нас с вами прекрасные горные хребты. Посмотрите, ой, романтика. Романтика, конечно, всегда с нами. Ой, прекрасная сюда. Лагуна, Оля, пальма. Я понимаю, что ты хочешь сюда. Это действительно воплощение мечты каждого человека, особенно летние мечты. Осенью нам это необходимо, настроение лета. Если вы любите Европу, отправляемся в Старую Прагу. Кстати, здесь универсальные оттенки отлично подойдет для любого типа интерьера. Цветы, какая же женщина не любит цветы, продлеваем настроение. Лето осенью. Ой, дальше. Слушай, попугайчики какие, вы посмотрите, яркие, как настоящие. У меня дети всегда говорят, мам, ну заведи хотя бы нам попугайчика. Заведу обязательно сегодня по горящей цене. Ну, а для верующих, посмотрите, у нас есть вот прям вот такое исполнение в виде иконы. Обогреватель. Называется Господь. Да. Вседержитель. Друзья, вот такие вот у нас даже, видите, какие неожиданные предложения. Отлично, для верующих идеальное. О, еще, подарок хороший. Еще посмотрите, Мадонна перед вами сейчас на экране. Пока еще есть все цвета в наличии, но, друзья, помните о том, что их очень-очень мало картин, потому что у нас сегодня ликвидация. Ну, слушай, уже можно подготовиться к новогоднему периоду и заказать вот такую замечательную елочку. Не замерзнуть ни в коем случае. Ведь это и картина, и обогреватель. Два в одном за 1599 рублей. Олечка, вот этот принт хочу прокомментировать особенно. Он один из самых популярных, потому что очень многие брали его, конечно же, в детскую комнату. Согревайте ваших малышей, вот они, теплые лучики добра для ваших детей. Вместе с обогревателем на стенах картина модификация «Котенок». Очень приятная картинка, мультяшная, замечательная. Нагревается комната, Олечка, очень быстро за счет этого обогревателя. Ну, буквально где-то минут 40 и 20-15 квадратов уже в полном тепле. Дается мягкое, рассеянное тепло, и поэтому комната прогревается равномерно, никогда не холодно. Угловая квартира особенно это актуально. Ну и, конечно, сейчас, когда уже осенью ночи стали холодные. Слушай, ну я предлагаю прям... А, вот так вот мы включаем, да, в сеть. Да. У нас есть картина с удлинителем, да, специально, со шнуром. Скажи, пожалуйста, сколько метров там получается? Ну, у нас с вами длинный шнур, и это удобно. Прекрасно то, что вы сможете, ну, к любой розетке присоединиться. Где-то там порядка 2 метров у нас с вами шнур. И нагреватель настенная картина, самое главное, не сушит воздух. Но мы уже должны, наверное... Горячий! Испытание провести. Не, слушай, кстати, не обжигающий такой, да? Вот? Абсолютно не обжигающий. Мне очень нравится просто то, что опленький. Он быстро нагревает. Вот давайте мы сейчас с вами проверим. Это уже нагрев за несколько секунд до 48 градусов. Я подержу еще мое оборудование в действии. 30-40 градусов быстрый нагрев. Дальше, смотрите, абсолютная безопасность для ваших малышей, для животных, для стены. Не случится пожар. Просто знаешь, вот я когда своих детей маме отправляю, ну, бывает такие моменты, когда некому сидеть с детьми. Отлично. А у мамы всегда дома холодно, у нее угловая квартира. И она выставляет обогреватель, чтобы дети не замерзли, не простудились, чтобы, понимаешь. И я всегда очень переживаю. Говорю, мам, ты посмотрела? У тебя он в надежном месте стоит. Ни в коем случае, чтобы дети не соприкасались с этим обогревателем, не дай бог пожар возник, либо
дети обожгутся. А здесь, смотри, Олечка, такого не произойдет. Абсолютная безопасность – это главное преимущество. Нагревательные элементы, которые дают инфракрасный прогрев, изолированы полностью под несколько слоев специальной термической пленки. То есть все полностью закрыто, безопасно для стены, то есть не загорятся обои, да, или там, может быть, там поверх ковра кто-то будет вешать, ничего не загорится. Слушай, уже 100 заказов даже больше. Да ты что? Напомню, у нас сегодня ликвидация, у нас сегодня горячие цены, у нас огненная что? Распродажа. Только 1 час. Бытовая техника на нашем телеканале. Хиты продаж, актуальные сезонные предложения и фиксированная доставка 199 рублей почти в любой регион Российской Федерации. Слушай, хотела тебя спросить, вот все-таки это у нас, да, вот обогреватель, правильно? Да. Насколько он безопасен? Все-таки он будет соприкасаться с бумажными обоями в том числе. Вот как это проверить, что это безопасное приобретение? Давайте проверим его на безопасность. Действительно, в быту бывает всякое. Кстати, ухаживать за ним будешь точно так же. Так. Легко и просто. Я вооружаюсь водой, даже несмотря на то, что там огромное количество нагревательных элементов. Помните, они скрыты все полностью под пленку. Пленка жаропрочная, она специальная термопленка, поэтому просто протерли, кстати, заодно и пыль протерли, и мы понимаем, что нет никакого пожара, нет никакого соприкосновения электричества непосредственно с водой. Все изолировано и абсолютно безопасно. Друзья, 200 продано обогреватели. Знаете, как часто происходит на нашем телеканале, когда появляются наконец-таки обогреватели, которых мечтает, по-моему, каждый житель планеты, берут сразу несколько в качестве подарка и во все комнаты, и на дачу тоже. Берите сразу несколько, потому что цены такой не будет больше никогда. Горящая цена, цена распродажи, ликвидация. Последний раз в прямом эфире на телеканале Шоп-н-Шоу. Картина «Обогреватель». 1599 рублей и фиксированная доставка всего 199 рублей почти в любой регион Российской Федерации. Я знаю, какой у вас вопрос. Вы думаете, что это транжирка, вот такая вот картина, что она будет очень мотать электроэнергию? А между тем в 4 раза экономнее. Например, если будем сравнивать с масляным обогревателем, вы видите это на экране. Ну и, конечно, сразу видна экономия. Картина – это действительно вещь, которая будет экономить электроэнергию. Смотри, вот сейчас мы там увидели, что это глобальная экономия. Получается, в день обогреватель стоить будет сколько? 34 рубля, по-моему, так там было написано, правильно? В случае масляного – 144. Вот, понимаете, да, разницу? 144 либо 34. Друзья, экономьте! Приобретайте красивое тепло, не замерзайте. Знаешь, вот сейчас, вот, когда на дачу приезжаешь, прям спишь под 3 одеялами, потому что очень холодно. Поэтому сейчас на дачу нужно срочно вести такие картины. Точно, ночи стали уже холодными, это актуально. Ты знаешь, у меня вообще, например, дачный сезон аж до ноября. Слушай, ну знаешь, у меня дети, например, любят похулиганить иногда. Вот хорошо, что ты фломастер сейчас взяла. Вот смотрите, давайте нарисуем, посмотрим, насколько это практично. Антивандальное покрытие. То есть не испортить, не поцарапать. И даже можно полить водой. И не коротнет. Это безопасный обогреватель.